Привет! Сегодня буду запекать ароматное мясо с овощами в рукаве в духовке. Из ингредиентов нам понадобится мясо, картофель, шампиньоны, морковь, болгарский перец, лук, чеснок, соль, перец по вкусу, хнели-сунели, соевый соус, подсолнечное масло. Грибы и мясо промыть. Овощи необходимо очистить. Мясо нарезаем кубиками небольшого размера. Нарезаем шампиньоны на 4 части. Примерно такого же размера, как мясо, нарезаем картофель кубиками. Туда же добавляем нашинкованную морковь. Все ингредиенты должны получиться примерно одного размера. У меня их так много, что они не поместились в одно блюдо. Лук нарезаем полукольцами, шинкуем болгарский перец, мелкорубим чеснок, посыпаем специями, добавляем хнели-сунели, соль, по желанию перец, заливаем соевым соусом и подсолнечным маслом. Перемешиваем все ингредиенты, перекладываем в рукав и отправляем мариноваться в холодильник. Полчаса. Я мариновала почти целый день. Включаем духовой шкаф на 180 градусов разогреваться. Достаем промаринованное мясо. Рукав протыкаем зубочисткой в нескольких местах. Духовка разогрелась, отправляем в нее блюдо с рукавом. Время приготовления зависит от объема блюда. На такое количество ингредиентов, как у меня, достаточно 1,5 часов. По истечению времени достаем блюдо из духовки и проверяем готовность. Ароматное, сочное, разваристое мясо с овощами готово. Приятного аппетита! Спасибо, что посмотрели видео, что были со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Буду рада снимать для вас новые видео. Пока-пока!